Привет, я Евгения Каландина. Вы находитесь на моем канале, канал о вязании рукоделии. Я давно не выставляла никаких мастер-классов, поэтому сегодня я решила показать хотя бы свои работы. Эти работы я связала уже, наверное, месяц, может быть, уже даже и два, но были они не закончены немножко. Так, первое, это вот такой ослик. Вот такой вот ослик. Это был какой-то марафон в Инстаграм. Там было 5 игрушек от разных авторов. Я связала ослика. У ослика еще должна быть одежда. К сожалению, я немножко не поняла правила о том, что этот совместник, по-моему, там сколько-то действует, и потом его просто закрывают. Вступаешь в группу, 5 игрушек. Я связала всего лишь одного ослика. Через время вхожу туда, а уже все, этой группы нет. Вот такой ослик. Он у меня был без глаз, потому что такие глазки, которые у меня есть в бисеринке, они для него маленькие. Вот сейчас я подыскала для него такие черные, такие пучеглазые глазки, бусинки. Может быть, немножко великовато, может, все-таки неплохо. В общем, вот такой вот ослик. Описание его можете как-то поискать, что ли, в интернете. Возможно, оно есть сейчас платное. В этот марафон я связала только ослика и, к сожалению, не связала другие игрушки. Там был такой классный котенок. Я, кстати, вступила в него, наверное, больше даже из-за котика. А ослика стала вязать, потому что у меня просто пряжа была такого цвета подходящего, серая и бежевая. И поэтому я решила сначала связать ослика. А вот котенка черненького, к сожалению, я и не успела. Вот такой ослик моей коллекции передает вам привет. Привет. Если где-то встречу снова вот эту закладочку, то в комментариях оставлю имя автора. Или если вдруг увидит это видео автор, откликнитесь, я напишу ваше имя и ссылочку на ваш, возможно, платный мастер-класс. Такой милый ослик с такими грустными огромными глазами. Теперь у нас есть коллекция. Вот. Теперь переходим ко второй игрушечке, которую я связала еще раньше. Это тоже участие в совместнике, только не в Инстаграм, а ВКонтакте. Смотрите, какой серый котейка. Здесь вообще история интересная. Я какое-то время подписана на девушку. Ее зовут Татьяна Коротких. Надеюсь, правильно говорю фамилию. Татьяна Коротких. Если нужно будет, пишите в комментариях, я тоже дам на нее ссылку. У нее очень много платных мастер-классов. Может быть, вы захотите обратиться к ней, заказать или игрушку, или платный мастер-класс. Мне ее игрушки очень нравятся, прям я в них влюбляюсь. Больше в собачек, не знаю почему, собачки. Мне кажется, у нее настолько реалистичные собачки, она вяжет специальной техникой вот таких пушистых животных. Собаки просто, мне кажется, один в один с живыми. Котики немножко, не знаю, в общем, мне нравятся больше собачки. Вот, ссылочку я вам напишу, если вам надо будет, обращайтесь, я напишу на нее ссылочку. Я участвовала в совместнике, мы вязали, очень много было вязальщиц разных, из разных мест, мы вязали котиков. Котика этого я связала уже давно. Я его не выставляла, потому что я искала для него такие кошачьи глазки, как у настоящего котика с полоской. Но вот сколько я магазинов не обходила, у нас только кукольные глазки везде попадаются. Ну, либо такие вот там черненькие, либо вот кукольные. А именно я хотела прям как у настоящей кошечки. Ну, делать самой из одной игрушки я не стала. Может быть, я и больше не буду вязать таких игрушечек. Хотя они получаются, конечно, очень классные. Смотрите, значит, способ вязания. Для меня он был впервые использован. Это вязание с перекладыванием пряжи. То есть мы берем специальную пряжу, провязываем петельку, ниточку расчесываем, буквально одну-две петельку провязываем, ниточку расчесываем вот такой штучкой. Есть какие-то специальные супер дорогие. У меня обычная из фикс прайс для животных, чесалка. А есть, конечно, наверное, какие-то пуходерки. Я вязала таким способом голову. Первый раз или мне, но это сложно. То есть ты провязываешь две петельки, ниточку, пряжу расчесала, переложила, снова провязала. Плохо видно рисунок и все такое прочее. Устала вязать так голову, ушки. Тело вязала обычно крючком,
и можно было второй вариант расчесывать его позже. Но когда ты вяжешь из этой же пряжи таким образом, а потом вычесываешь, ворст не становится до такой степени длинный, как если ты вяжешь с помощью перекладывания. То есть я здесь его расчесала, я его подстригла, чтобы это все было более-менее так равномерно. А вот тельце, оно даже видно, просвечивают рядочки, петельки. А здесь как будто вот он такой. Многие думают, что он валенный. Нет, он не сваленный, он связан крючком. Вот такое чудо котик у нас получился. Глазки ему подобрали вот такие, мультяшные. Получился он очень симпатичный, очень миленький. Внутри у него проволока, поэтому лапки можно сгибать, хвостик тоже гнется. Да? Покажем, как хвостик гнется. Головка вот у нас шевелится, лапочки. Такая серая игруля получилась. Так интересно, что мы все вязали по одному мастер-классу, и у всех получаются разные игрушки. Все очень разные, каждый со своим характером. У кого-то более пушистый, у кого-то менее. Такие классные игрушки получаются. Это по совместнику с Татьяной. Ей огромнейшее спасибо за такой вот опыт. Кстати, я еще у нее приобрела мастер-класс по ежику. Ежик очаровательный, но никак не могу подобрать пряжу. И пока у меня просто как бы в задумочках есть повторить ежика тоже с Татьяной. Если уже приобрел мастер-класс, надеюсь, эту группу не закроют. Ну, надо покупать пряжу и вязать. А вы, мои дорогие, напишите, чем вы сейчас занимаетесь. Может быть, что-то вяжете, а может быть, что-то хотите связать. Пишите в комментариях. Все комментарии читаю, всем стараюсь ответить. Всем спасибо за внимание. С вами была Евгения Каландина. Пока-пока!